Елки то есть, то их сразу нет. Карагандинцы озадачены не столько тем, что в городе рано установили новогодние ели, сколько поспешным их демонтажом. С чем связаны такие действия, когда принято украшать город к Новому году, и что думают об этом горожане, выясняла Ирина Вабищевич. Люди городского акимата начали установку новогодней елки. Приближается Новый год. Не успели горожане порадоваться тому, что в этом году пораньше начали готовить город к новогодним праздникам, как в соцсетях начали появляться видео. Сегодня 8 декабря 2019 год. Вот смотрите, 6-го у нас установили елку. Вчера наряжали ее весь день, а сегодня с обеда просто по непонятным причинам полностью разобрали. Разбирают до сих пор. Как это понимать? Искусственные ели были установлены напротив городского акимата на юго-востоке в Майкудуке. И их все разобрали. То есть труд рабочих, техника были задействованы нецелесообразно. Куда елку дели, а? Кто мне скажет, пожалуйста, народ? Сегодня днем стояла здесь елка. На протяжении ряда лет во всех городах, населенных пунктах республики действует стандарт по срокам украшения к новогоднему празднику. Не ранее, чем будет отмечен День независимости нашей страны. Об этом сегодня на аппаратном совещании было дополнительно сказано. Хотел еще раз бы обратить внимание акиматов городов и районов на то, что оформление к Новому году должно стартовать только после проведения национального праздника, а именно 18 декабря. Меж тем мнения жителей по данному поводу разделились. Одни говорят, что праздничное новогоднее оформление не помешает отмечать государственный праздник, а другие считают, что и вовсе напомнить о приближении Нового года нужно максимум за неделю. Кстати, предпринимателям украшать свои заведения и прилегающую территорию не возбраняется. Мы решили пораньше украсить зал. Ну, вам жалко, что елку украли? Ну да, мы уже думали, что у нас здесь будут люди гулять. Но, видимо, после будет. Я думаю, рано. Надо сначала это 16-е дни независимости, потом можно елку поставить. Не, мне кажется, еще рано. Мне кажется, после 15-го, 16-го это самое нормальное будет. Ну, я думаю, к числу 20 декабря где-то так, в числах 20-х. Числа, 25-го, наверное. Ну, уже подходящее, уже ближе к Новому году, наверное, я думаю. Меж тем в Алматы вовсю город украшен сияющими новогодними конструкциями и елками. Это не помешает им отметить государственный праздник – День независимости Республики Казахстан. Ой, красота какая! Олень! Все так красиво в Алмате, все украшено, все горит огнями, и елки, и фигурки. Ирина Вабищевич, Берик Ашанов, Наталья Заяц, 5-й канал.